может, я не знаю, даже сказалась какая-то усталость, наверное. Немножко движения на ней не хватает нам, наверное. Пропустили быстрые голы, и игра в другом направлении пошла, наверное, не как мы хотели. И много удалений, наверное. Действительно, сломали игру. Что-то надо менять, наверное. После «Динамо» вот совсем по-другому команда стала играть. Есть такое ощущение, что главный матч сезона уже сыграли? Нет, еще главный матч, мне кажется, впереди еще все равно. Просто, я говорю, очень тяжелый сейчас график, наверное. То, что перелеты, быстро игры как бы не успеваем восстановиться где-то. Но я думаю, в следующую игру будем готовиться.